Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам предлагаю поговорить о новой палетке Huda Beauty Naughty. Здесь у нас 18 оттенков, как вы можете наблюдать, палетка в основном одной и той же гаммы, что и предыдущие большие палетки от Huda, но зато эта палетка кишит новыми формулами. Итак, давайте не будем с вами затягивать начало этого видео, сразу же перейдем к сводчам, потом я покажу несколько макияжей и дальше мы уже обсудим сами новые формулы и вообще палетку. Так что не переключайтесь, желаю вам приятного просмотра и поехали! They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Сначала возьму вот такой вот оттенок гипнотик и буду его наносить, конечно же, в складку века. Как видите, оттенок на самом деле на коже чуть-чуть поярче, чем в палетке. Вообще палетка в принципе страдает такой ситуацией, что все выглядит на глазах несколько иначе, чем в рефилах. Но при этом этот цвет невероятно просто наносится. Он, как видите, просто перепрыгивает с кисти на вашу кожу и очень нежно и тоненько растушевывается. Дальше я возьму вот такой вот кремовый оттенок Heart, смешаю два оттенка, более коричневый и более такой светло-горчичный, и буду тоже наносить складку и подобным образом ее углублять. Как видите, оттенок нанесся просто невероятно пигментированно. Буквально с одного прикосновения, как вы можете видеть, уже очень и очень темное веко. Повторяюсь, на камере все выглядит чуть менее растушевано, потому что камера съедает полутона, к сожалению. Но в жизни смотрится очень естественно и очень натурально. Дальше я возьму вот такой вот оттенок Untamed, это такой бордово-красный оттенок, и нанесу его во внешний уголочек. И теперь, наконец-то, давайте приступать к сияшкам. Набираю сначала оттенок Slippery, нашу странную-пристранную желешку. Буду набирать ее и наносить на все веко. Как вы можете видеть, никакого особенного оттенка она не имеет. Это просто что-то розовато-оранжеватое, что послужит нам базой, потому что на эту желешечку очень хорошо крепятся сияшки. И дальше я возьму оттенок Please Me и буду наносить его поверх сияшки. Вот тут-то у нас и начнется самое интересное. На камере, кстати, эта сияшка очень странно выглядит. В жизни она выглядит прямо как в палетке. То есть она выглядит вот такой вот бежеватой, но на камере она отдает очень-очень хорошо в розово-сиреневый. Вот действительно виден здесь розовый перелив, на камере гораздо больше. В жизни все-таки это больше
телесная сияшка. На самом деле такая ситуация происходит потому, что в жизни мы тоже видим эти самые розовые блесточки, и этот оттенок, хоть и кажется в рефиле именно бежевым, у него в составе есть много-много розовых блесточек, которые вы так или иначе будете видеть у себя что на сводчих, что на глазах. И как вы можете видеть на втором глазу, в частности вот на этом, есть все-таки небольшое скукоживание века. Лично я грешу все-таки не на сам оттенок, а скорее на нашу желейную базу. И на переход между матовым и нашей блестяшечкой я хочу все-таки совсем чуть-чуть добавить вот этого оттенка Desire. И на внутренний уголочек, конечно же, давайте с вами нанесем еще какую-нибудь сияшку. Я предлагаю вот этот вот светлый оттенок Тантрик. Оттенок очень красивый, но, конечно же, он очень и очень сыпучий. Вот так выглядит макияж без слизистой и без ресниц. Дальше я его закончу и вернусь к вам. Вот такой вот первый макияж у меня вышел, он мне безумно нравится, это какая-то нереальная красота. Как ты не повернешь голову, ты постоянно видишь какие-то разные грани этого макияжа, за что я эту палетку сейчас и обожаю. Повернешь голову одним образом, видишь вот этот красивый бежевый цвет, как в рефиле. Повернешь голову совсем чуть-чуть к свету по-другому, и ты уже видишь розовые и сиреневые блесточки. Повернешь голову по третьему, и ты видишь как раз-таки переход из вот этого бежевого, розового и сиреневого в этот красивый оттенок Desire. Как ты не поворачивай голову, как ты не крутись перед светом, ты постоянно видишь разные и очень красивые дуохромные переливы. От светлого к сиреневому и розовому. Это смотрится просто сногсшибательно в жизни, поверьте мне на слово. Но у этого макияжа есть несколько неприятных моментов. Момент номер один. На левом глазу есть небольшое скукоживание теней. Второй недостаток. Так как мы использовали вот этот вот оттенок слиппери, он же гранатовые яйца и яйца насекомых, в макияже как базу, то через пару часов эти самые сияшки начнут, к сожалению, скатываться. От этого никуда не денешься. И проблема номер три, это как раз таки то, что сияшечки осыпаются. Они очень красивые, но они, зараза, сыпучие. И если вы делаете сначала макияж глаз, а потом макияж лица, то могут быть проблемы. Даже вот здесь, вот у меня сейчас под правым глазом есть несколько осыпаний, которые срочно нужно убрать. Для следующего макияжа я тоже беру оттенок гипнотик и начинаю им подтушевывать складку века. Для меня это базовый оттенок, которым я начинаю макияж, потому что он самый светлый в палетке, и он отлично подходит именно для базовой растушевки. Ладно, дальше давайте возьмем следующий по интенсивности оттенок. Я возьму оттенок Raw и продолжу им углублять складку века. Как видите, оттенок тепленький, он сразу же придает небольшого затемнения, но на моей коже это, в общем-то, и нормально. Если у вас кожа более темная, то в таком случае этот оттенок у вас будет скорее, как для меня, растушевочный гипнотик. Следующим шагом я возьму оттенок Naughty. Это теплый-теплый оттенок с примесью немного красно-коричневого, и буду наносить его во внешний и внутренний уголочек. И следующим шагом я также добавлю совсем чуть-чуть оттенка Spicy для того, чтобы макияж был более цветной, потому что потом мы будем наносить сиренево-розовый оттенок, и он как раз-таки будет красиво гармонировать с этим самым фиолетовым баклажановым оттенком Spicy. Пока что в камере выглядит, откровенно говоря, плоховато, я понимаю, но в жизни, поверьте на слово, выглядит лучше, потому что камера сегодня как-то очень странно отображает цвета.
И пока что мне, конечно, на камере вообще не нравится то, что выходит, но в жизни все выглядит иначе. Давайте спасать дело с яшками. Возьмем для начала вот эту самую желешечку в качестве базы. Вот желешка уже находится на середине века, как вы видите. Придает она влажный эффект, сияющий, но никакого особенного цветового решения здесь, конечно же, нету. И дальше набираем оттенок Passion. Это самый-самый интересный, самый красивый сиренево-розовый оттенок, который на эту желешку клеится просто превосходно. Вы только посмотрите на этот перелив. Это что-то с чем-то. На камере он выглядит именно ярко, ярко-фиолетовым. На самом же деле в жизни без этой самой подложки он выглядит больше сиреневым. Я не очень хочу, чтобы у меня веко было посередине чисто фиолетовым, поэтому я сейчас продолжу изменения в макияже. И на центр этого всего действия я хочу нанести сейчас какой-нибудь розовый оттенок. Давайте, например, возьмем вот этот вот оттенок Shameless. Не совсем, как я хотела, конечно, вышло. Вышло чуть похуже, чем в моих мечтах. Но мы продолжим сейчас изменения. Дальше еще чуть-чуть я предлагаю добавить оттенка Irresistible. И на самый-самый центр я хочу совсем чуть-чуть добавить оттенка Тантрик. Ну вот как-то так. Итак, вот такой вышел второй макияж. Я переоделась, потому что в серой кофте смотрится кадр уже очень грустно. Итак, давайте обсудим саму палетку. Палетка сама, как вы можете видеть, абсолютно не новой гаммы. У Худы все, в общем-то, выходит плюс-минус такой. Под все я имею в виду большие палетки, маленькие. Они хоть с небольшим, но разнообразием. Если мы посмотрим на Меркурий или на новый Нюд, то мы увидим одну и ту же гамму. Это розово-фиолетово-красная гамма. Новый Нюд палетка более розовая. Здесь же в ноте у нас чуть больше есть человеческих оттенков. Но все же, когда смотришь на эти палетки, честно говоря, такое ощущение складывается, что Худа не знает, что есть другие тени и другие цвета. Но, несмотря на то, что данная палетка не может похвастаться разнообразием цветов, она все же может действительно утереть нос любой другой палетке благодаря новым формулам. Итак, давайте сделаем особенный акцент на новых формулах, потому что все остальное мы плюс-минус уже знаем. Самая первая новая формула – это оттенок Slippery. Это своего рода желешечка, кто-то здесь видит яйца насекомых, кто-то видит гранаты. Я предпочитаю желе, потому что это более удобоваримое название для бьюти-сферы. И все-таки яйца насекомых, ну,
Кого-то может это не вдохновить от слова совсем. Данный оттенок можно использовать, во-первых, в качестве топового покрытия поверх любого другого оттенка, якобы для придания блеска. Но на самом деле, в таком случае данное желе просто скрадывает всю красоту предыдущего оттенка и делает подобное нанесение просто бесполезным и портит макияж, как я лично считаю. Второй способ использования этого оттенка – это как раз-таки нанесение в качестве базы. В таком случае, если мы поверх этого желе наносим какой-либо из этих шиммеров или вот эту вот новую формулу, то да, оттенок становится более ярким, более красивым, более насыщенным. Этот оттенок играет прямо-таки по-новому и может раскрыть новые грани любого другого оттенка. Но здесь есть несколько «но». Вместе с большой красотой, которая приходит вместе с этим оттенком в качестве базы, приходит и большой недостаток, потому что через пару часов оттенки начинают скатываться. У Алены Ратнер они не скатываются, я видела ее обзор, но у меня это происходит постоянно. Не знаю, чем я так отличаюсь от Алены, но спустя 2, максимум 3 часа тени скатываются. И это при том, что у меня не скатывается обычно ничего. Делайте выводы, если у вас есть проблема со скатыванием теней, то здесь она у вас раскроется по полной программе. Вторая новая формула, это формула тоже похожая немного на желе, это вот такие странные оттенки, которые переходят из одного в другой. Смотрится в рефиле очень необычно, здесь всего 4 таких оттенка, это Passion, Flower Power, Provocative и также оттенок Hard. Этих оттенков немного, но они все сами по себе очень разные, и поэтому я хотела бы их обсудить каждый по отдельности. Они этого заслуживают, на мой взгляд, полностью. Оттенок Passion самый любимый, как мною, так и многими другими, потому что, посмотрите на него, он в рефиле выглядит, как будто бы он переливается из фиолетового в розовый, но при этом, если вы будете поворачивать палетку на свету, то вы увидите фиолетовые красивые блесточки. Как раз таки эти фиолетово-сиреневые блестки и придают этому оттенку столь красивый и невероятный дуохром. Когда вы наносите этот оттенок, то вы поражаетесь тому, насколько эта собака красива. Это действительно просто лучшее, что есть в этой палетке, как я считаю. Если наносить этот оттенок без базы, если наносить тоненько, то данный сиреневый перелив даже будет чем-то похож на оттенок мандала из палетки Анастасии Беверли Хиллз и Карли Байбл. Если вы его наносите не просто так, а с этой базой, то фиолетовый становится более ярким, более насыщенным, и также на свету появляется очень яркий фиолетовый сиреневый отблеск, как вы видели уже в макияже. То есть здесь вы можете сделать уже этот оттенок не столько сиреневым, сколько ярким фиолетовым дуохромом. За это мне, в общем-то, и понравилась эта палетка и частично эти формулы, потому что всего лишь добавив базу из этого оттенка, вы превратили этот дуохром в нечто совершенно новое. Второй оттенок в этой формуле это Flower Power, вот такой вот светлый. На самом деле про этот оттенок не могу сказать особенно ничего хорошего. Да, он красивый, он очень красивый. И если вы наносите его без базы, то первые 10 секунд вы просто в шоке. Как красиво, боже мой! Но проходит 10 секунд, и этот оттенок перестает быть навеки столь красивым и ярким, и вся его насыщенность цвета пропадает. Не знаю, что с ним случается, он как будто бы испаряется, но спустя 10-15 секунд он уже не выглядит так красиво, с ним что-то происходит, он куда-то убегает по своим делам, и дела эти вовсе не на вашем веке, а где-то еще, и поэтому для меня этот оттенок это немного разочарование. А следующий оттенок это Provocative. Как вы видите, здесь перелив из фиолетового в оранжевый. На самом же деле данный оттенок скорее на глазах раскрывается как темно-красный с небольшим оранжевым переливом. Очень красивый оттенок, он тоже без базы быстро меркнет, к сожалению. Поэтому для меня это просто неплохой оттенок, но у меня нету к нему какой-то бешеной любви или же нелюбви. Оттенок Flower Power в этом плане разочаровал меня сильнее. И последний, но не по значению, оттенок Hard. Вот он как раз-таки очень интересен тем, что хоть он и является тоже этой же формулой, но на самом деле он не шиммерный, он не дуохром,
он именно кремовый матовый. Он очень похож на сатин. И мне очень понравился этот оттенок тем, что он многогранный. Во-первых, если вы нанесете больше коричневого, чем вот этого желто-горчичного, тогда этот оттенок будет хорошим затемняющим оттенком. Если вы нанесете больше на кисточку вот этого горчично-желтого, тогда этот оттенок будет больше тушевочный. Таким образом, из одного оттенка вы можете сделать сразу два, и тушевочный, и затемняющий, что очень классно. Также мне очень понравился этот оттенок тем, что, несмотря на то, что он не сияющий, он матовый, но он не наглухо матовый, он какой-то сатиново-матовый. За счет этого он смотрится безумно благородно. Это именно красивый, благородный оттенок, и я бы не удивилась, если бы, например, он был где-нибудь у Тома Форда, потому что это выглядит благородно, дорого, богато. Он именно как будто бы становится частью вашей кожи, он мягко уходит в тушевку и очень красиво выглядит. Я готова петь дифирамбы этому оттенку, на мой взгляд, он очень необычный. И также этот оттенок, на мой взгляд, один из самых недооцененных оттенков в данной палетке. На этом новые формулы у нас заканчиваются, дальше остаются две обычные, то есть шиммеры и матовые. Шиммеров здесь несколько штук. Во-первых, это оттенок Shameless и Irresistible, это розовые шиммеры, один более холодный, другой чуть более красненький, точь-в-точь подобные шиммеры есть в палетке, тоже от Huda Beauty Rose Gold Remastered, точь-в-точь такие же оттенки. Они чуть-чуть другие по формуле, вот эти два шиммера, они чуть более сухие, чем в той палетке, и они сыпучие, все эти шиммеры осыпаются, к слову, достаточно порядочно. Оттенок Tantric очень красивый, светлый, он меня абсолютно не разочаровал, он сыпется, собака сыпется, но за его красоту это можно простить. Оттенок Please Me мы с вами уже использовали в одном макияже, это очень необычный и интересный оттенок, он смотрится в палетке просто таким бежевым, телесным, и казалось бы, что в нем интересного, но у него внутри розовые-розовые блесточки, очень красивые, и за счет этих блесточек данный оттенок, если ты наносишь, он смотрится необычно, очень красиво, он дохромит и переливает, в общем, смотрится безумно-безумно интересно, особенно если делать какие-нибудь красивые переливы из этого оттенка, например, в Desire или в Provocative, или добавлять любой из вот этих розовых шиммеров. В общем, красота неимоверная на самом деле. И хоть этот оттенок и кажется очень простым и повседневным, но отнюдь повседневный макияж типа макияжа в школу вы с ним не сделаете, этот оттенок не так-то прост, как кажется. И последний шиммерный оттенок, это оттенок Desire, вот такой вот красный, очень простой оттенок, точь-в-точь подобный оттенок есть и в предыдущих палетках Huda, например, вот в новом нюде оттенок Kinky, точь-в-точь такой же красный, единственное, только здесь оттенок более кремовый, здесь он чуть-чуть посуше, но если не обращать внимания на то, что формула чуть-чуть другая, сам по себе оттенок точь-в-точь такой же. Вообще, эта палетка очень сильно напоминает какой-то набор «Собери сам» из предыдущих палеток Huda Beauty, где она взяла Меркурий, Новый Нюд, Rose Gold Remastered, еще какие-то, возможно, палетки, впихнула сюда эти рефилы, чуть-чуть изменив формулу, и добавила буквально несколько новых оттенков. И все, вуаля, нате, новая палетка. Очень, конечно, странно, но все же лично для меня эта палетка от этого не стала хуже. И последняя, самая последняя формула, это матовые оттенки, их здесь достаточно много. Не могу сказать, что они тут на любой вкус, нет, отнюдь не на любой вкус, но все же. Самый обычный тушевочный оттенок для меня, это оттенок гипнотик, он кажется в рефиле более светлым, на коже более темный, и что хорошо, в отличие от нового нюта, этот оттенок не розовый, он именно такой телесный, благодаря ему можно сделать и более розовые макияжи, и более темные, и вообще не розовый, и красный, и фиолетовый, он подойдет абсолютно везде.
Второй оттенок, который в принципе мог бы быть тушевочным, но не тут-то было, это оттенок filthy, вот такой вот. У него проблема в том, что он сильно меловой и разбеленный. Он не будет тушевочным, он именно высветляющий, такой пастельный меловой, и в тушевке он смотрится, откровенно говоря, плохо. Его можно наносить в качестве единого оттенка на все веко, и, например, добавлять куда-то сияшку, или же делать интересную контрастную стрелку. Вот в таком случае данный оттенок будет смотреться еще более-менее неплохо, в особенности на более темной коже, чем у меня. Все остальные оттенки, они сделаны здесь в основном для построение градиента, не полностью у вас градиент будет, здесь нету истинно темного оттенка, об этом мы сейчас еще поговорим, но все же здесь можно сделать с этой палеткой достаточно красивые растяжки. Темными являются на самом деле только два оттенка, это Untamed и Spicy. Untamed более бордовый оттенок, Spicy более баклажаново фиолетовый. По насыщенности эти оттенки абсолютно одинаковые, их нет смысла наслаивать друг на друга, чтобы сделать более темный цвет. Они абсолютно одинаковые, отличаются только по своему подтону. Один более красный, другой более баклажановый. Они не совсем темные, вы не сделаете им именно очень хороший градиент, но они, на мой взгляд, хороши для обычных макияжей. К оттенку Untamed у меня нет никаких претензий, хороший красный темный оттенок. Оттенок Spicy очень красивый, он может придать очень разные такие благородные нотки, и этот оттенок Spicy очень хорошо сочетается со всем остальным, что здесь есть, потому что здесь есть и розовые, и фиолетово-сиреневые оттенки, но этот оттенок, на мой взгляд, все-таки немного проблемный, потому что он хорош, он для фиолетового действительно хорош, он лучше многих других фиолетовых, но при этом у меня несколько раз была ситуация, когда я переделывала полностью макияж, потому что переборщила с этим фиолетовым оттенком, и вышло очень грязно и страшно. Если у вас руки растут также не с того места, что и у меня, то будьте с этим оттенком осторожны. Но если у вас руки абсолютно нормальные, то я думаю, проблем с этим оттенком у вас не возникнет, потому что он действительно неплохо выполнен. Ну что ж, это были все формулы, которые есть у нас в палетке. В целом, несмотря на то, что палетка не нова по своей гамме, мне она очень понравилась. Она необычная, она дает красивые переливы, у нее есть красивые дуохромы. Дуохромы — это новая тенденция сейчас в бьюти-мире, потому что просто сияшки — это уже не так интересно. И данная палетка хоть и является такой раритетной уже частью красно-розовых палеток, которые всем надоели, но несмотря на то, что эта гамма надоела, все-таки к этой палетке тянется рука, ее хочется использовать. А хочется в основном потому, что эти формулы во многом настолько интересные, необычные, они привносят такой хороший, интересный дуохром, что рука к этому тянется. Действительно тянется, и цветовая гамма тоже очень продуманная, очень много. Здесь есть что комбинировать между собой и получать постоянно абсолютно разные макияжи. Иными словами, хорошая работающая палетка, к которой действительно тянется рука, и несмотря на то, что я сначала вообще не хотела ее покупать, потому что гамма меня не впечатлила, но я рада и благодарна блогерам, которые выпустили на нее обзор и которые меня переубедили, благодаря которым я решила, что все-таки она мне нужна, потому что она действительно мне понравилась и она стоит внимания. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!